Слушайте доктора. Это программа «Слушайте доктора». Меня зовут Дарья Топузлиева. Напротив меня сегодня Михаил Сватковский, главный врач Центра здоровых ног «Гермес». Михаил Владимирович, добрый день. Добрый день. Как мы уже начали общаться за эфиром, поговорим мы сегодня об области, которая для многих людей лежит где-то в районе черной материи, как вы сказали, остеопатия. На каком уровне развития сейчас она находится в Кирове? Как вы пришли в эту область? Относится ли она как к официальной медицине, как вы меня уже тут до эфира поправили? На самом деле она находится в зачаточном состоянии в городе Кирове. То есть на сегодняшний день официально людей, которые могут называть себя остеопатами по закону, потому что мы живем в правовом поле, в том числе в городе Кирове, могут называть себя 3 человека. Вот это ваш покорный слуга. Это Иван Белявин, клиника «Наедине», и Шишкина Галина Алексеевна, которая работает также вместе со мной. По закону, что вы имеете в виду? По закону, с 2012 года было постановление, подписанное Скворцовой, о том, что введена новая медицинская номенклатура с номером 44. Она является остеопатией. Позже был принят закон, на основании которого остеопатия является врачебной специальностью, которая включена в реестр врачебных специальностей, так же, как хирургия, гинекология. И на основании этого сдаются клинические экзамены, они достаточно жестко проходят, вот, и выдается сертификат специалиста, который подтверждает право человека на занятие данной видом деятельности на территории Российской Федерации. Вот, а клиника, в которой находится данный специалист, должна иметь лицензию на данный вид деятельности. То есть человек может принимать у себя в кабинете, но если он этим занимается, то он должен пройти все эти процедуры. Вот. В Самарской области есть очень хорошее начинание, то есть не врачи решили донести до пациентов, что же это такое за непонятность остеопатия, вот вообще с чем ее едят в отношении темной материи. Да? На самом деле остеопатия – это достаточно свежее явление, то есть оно появилось в 1874 году в Америке. Эндрю Тейлор Стил, который был основоположником этого направления, вот, он это все дело, ему так, скажем, как Ньютону, там яблоко упало, точно так же к нему пришло. То есть там семейная трагедия у этого человека произошла, 3 его детей погибли от спинального менингита. Вот, он сам в то время был и хирургом военным, и в то же время пресвитером был. Вот, то есть врачи Америки в свое время не смогли помочь ему с его детьми, и он понял, что классическая медицина, увы, оказалась бессильна. И он занялся вопросом, как же все-таки спасти людей, минуя все лекарства, больницы и все остальное. И он всю свою жизнь посвятил этому направлению. В итоге он своей жизнью доказал, что это отрасль человеческих знаний имеет место быть, и на чем она была основана? На том, что он считал, что если создатель создал этого человека, ну, в этот мир он появился в этом виде, то вся аптечка в нем есть. Просто ее надо поискать и найти внутри этого человека. И он своей жизнью доказал, потому что своими руками именно остеопатия – это врачебная специальность в нашей стране, которая занимается ручным лечением людей. То есть если около тела вводят руками, это не остеопатия. То есть иногда изображают там гоняние энергии, еще каких-то вещей. Это все из разряда болтовни. Хотя на самом деле можно и так работать, но это не сегодняшний разговор. Вот. И поэтому это ручное пособие, когда руки накладываются на пациента, и в зависимости от того, что мы хотим сделать, производятся какие-то изменения. То есть для большинства врачей, даже существующих, это выглядит фантастикой, так же, как и темная материя, но тем не менее это факт, который подтвержден, и юристы, которые защищали, в том числе в свое время Стила, потому что его пытались посадить в тюрьму врачи Америки, то есть они подавали на него в суд, на его детей, на его учеников, и своей практикой они как раз доказали обратное, то есть они доказали эффективность данного подхода. Назвать это методом, способом не совсем правильно. Как находится на сегодняшний день в Кирове? Я уже сказал, что 3 специалиста называются врачами-остеопатами. Но остеопатией может заниматься не врач. То есть он может пройти обучение, к примеру, во французской школе остеопатии, американской, английской, Майдстоун, к примеру. Да? То есть есть достаточно много школ остеопатических по миру, которые заканчивают специалисты, не будучи врачами. Например, во Франции вы можете быть водителем троллейбуса и стать остеопатом, и получить соответствующий сертификат. Это называется доктор остеопатии. В нашей стране врачебная специальность дается только после окончания медицинского института, то есть, по сути, это 2-е образование. То есть, перед этим обязательно иметь медицинское образование, правильно я понимаю? На сегодняшний, до 2014 года, 2016 года, да, это были только врачи. Сейчас есть ординатура по остеопатии, то есть сейчас уже есть ординатура, в которой люди в течение 2 лет очно занимаются остеопатией, они могут поступить в медицинские институты, при которых есть кафедры именно по остеопатии, и получить уже полноценное образование по остеопатии, но они идут уже именно, это по сути специалитет.
То есть человек получает уже именно первоначальное образование по остеопатии. Но таким образом законодательно закрепили в нашей стране. К сожалению, здесь пока еще не все гладко, не все проработано. То есть идет устаканивание данного правового поля, и поэтому много непонятностей. Есть третья категория людей, которые могут заниматься остеопатией. То есть это человек, который прошел несколько курсов, несколько раз посетил, заплатил деньги, и ему читали, к примеру, так называемую остеопрактику. Это не является остеопатией. То есть остеопатия все-таки это именно подход, это философия, это служение. Это долго рассказывать, но я сегодня постараюсь кратко достаточно рассказать. Так вот, эти специалисты называть себя остеопатами по праву не могут, потому что 2, 3, 5, даже 10 семинаров, которые они закончили, не дают права называться остеопатами и вешать табличку на свой кабинет. Потому что у каждого человека имеет право выбора, то есть каждый человек может выбрать себе специалиста, даже к бабушке, он может сходить в деревню, которая правит голову, но она не называет себя остеопатом. Вот эти самые специалисты, которые прошли, не имея врачебного образования, остеопатами по праву называться не имеют. Есть четвертая категория граждан, то есть, но тем не менее у них могут быть даже неплохие результаты. То есть я смотрю, остеопатия все же популярна в Кирове, несмотря на то, что... Это не Киров, я про страну рассказываю, вообще, но да? В Кирове я почему и называю эти вещи, потому что есть ряд медицинских учреждений, города Кирова, где называют себя люди остеопатами, таковыми не являясь. Вот, и поэтому иногда люди, когда ищут остеопата, им говорят, вот там принимают остеопат. Они идут, те люди, которые прошли обучение где-то, но не закончили его, они могут называться мануальными терапевтами. И у нас такие специалисты есть, и не замечательные, я фамилии не буду называть, потому что это замечательные люди, прекрасные специалисты. Но они будут остеопатами называться, когда закончат именно вот этот цикл получения медицинских документов. К сожалению, это требует правовое поле. Если мы были вне правового поля, да, пожалуйста, можно и в подвале прием вести. Вот. И есть специалисты, которые не врачи и не остеопаты. Это еще хуже. По одной простой причине, потому что именно на волне популярности люди начинают класть на людей руки и говорить, я сейчас вам вот энергию там сдвину туда-сюда, вам позвонок сейчас поправлю. Вот. И они называют себя также остеопатами. То есть есть четыре категории людей, которые называют себя остеопатами. Но по факту могут называться настоящими остеопатами только первые две категории. Это врачи-остеопаты, получившие полный список образования. То есть это 3094 часа академических, которые, это официально я говорю, 3094 часа. Очного присутствия на занятиях. Это три экзамена клинических, то есть это структуральная остеопатия, это висцеральная остеопатия, это краниальная остеопатия и клинический экзамен. Я его сдавал на пациенте. То есть мне дали живого человека, это была девушка с болью в спине. Вот она пришла, им нужно было поставить диагноз и прямо полечить на экзамене. Экзамен считался сданным, если когда... то есть экзамен считается сданным, если вы не нарушаете принципов и подходов, которые применяются в данной отрасли. То есть я должен был показать правильность размышления в процессе этого, правильность выхода на тот диагноз, который у данного пациента присутствует, и что я правильно размышляю, как этого пациента я должен полечить. Вот то, что вы упомянули, да, о принципах и подходах, пару минут буквально, то есть вот столпы, грубо говоря, остеопатии. Остеопатия зиждется на анатомии. Здесь нет никаких каких-то метафизических понятий, здесь нет эзотерики, здесь нет абсолютно ничего такого-то сверхъестественного. Когда остеопат приступает к изучению данных знаний, в первую очередь это всегда анатомия, анатомия и снова анатомия. Если нам кажется, то есть мы вокруг да около ходим, то есть как нас обучали в течение 4 лет, которые проходили, на первом курсе нам прощали погрешности в накладывании рук, когда мы пытаемся изобразить деятельность. На втором курсе нам уже били по рукам. На третьем курсе нас просто мы не сдавали экзамен, не все дошли до конца. То есть экзамены основаны только на знании анатомии и на физиологии человеческого тела. То есть это очень глубокие знания физиологии и анатомии. И почему называться остеопатом, прослушав 2 семинара и как там положили руки, вот сдвиньте позвонок сюда, а сейчас хрупните вот так, это из разряда дилетантства. И, к сожалению, очень люди часто покупаются на дешевые приемы, либо наоборот там все по 100, да, фикс прайс. То есть остеопатия не потому дорогая, что она дорогая, а потому что она основана на глубочайшем изучении человеческого тела. Ну... И эта практика пожизненная. То есть остеопат, который прекратил изучение остеопатии, закончив институт или школу остеопатии, это не остеопат. Это ежедневная практика, ежедневная. То есть
Если остеопат прекратил практиковать хотя бы на полгода, он практически, ну не половину, но много чего у него из рук уйдет. Это мануальный навык. Есть такое понятие перцепция. Есть пальпация, есть перцепция. Непонятные термины медицинские. Пальпация – это когда тактильными ощущениями мы что-то осознаем. Температуру, тургор, ну то есть плотность ткани, затем ее какие-то жидкостные характеристики. А перцепция – это то, что микроподвижность, но это связано с рецепторами непосредственно в тканях человека. И эти навыки нарабатываемые. То есть мы все являемся экстрасенсами, все до одного. Но у кого-то это врожденное качество очень высокого качества, ну, масло-масло. И он поэтому может сенсорикой своей пользоваться с рождения достаточно. Ну, есть много случаев к этому. А есть навыки, которые нарабатываются. Причем это может любой человек, который слушает нас сегодня, попробовать взять свой собственный волосок и разместить под бумажку на столе. И вы, если покрутите по своими собственными пальчиками бумагой, вы найдете волос мгновенно, потому что он как будто бревно находится под бумагой. Он ощущается. Так вот, опытные остеопаты могут найти волосок в толще огромного фолианта и объяснить, между какими страницами он находится. То есть это очень тонкий навык, который нарабатывается десятилетиями. Остеопатия – это десятилетия практики. Теперь хотелось бы рассказать, вы так здорово слушаете, что я даже не прерываюсь. А вот, то есть остеопатия в Кировской области, к сожалению, почему-то относится к области шарлатанства. Почему-то врачи, даже не пациенты, врачи называют, что не ходите к остеопатам. Зачастую это идет из уст педиатров. Это вообще кошмар. Почему? Потому что именно детский возраст самый нежный, самый нужный к посещению врача-остеопата. Потому что, к сожалению, ну так повелось, что женщины рожают почему-то в гинекологическом кресле. Но самая физиологическая поза для родов – это на корточках. То есть, когда используются все мышцы, которые помогают изгнанию плода из матки матери, и одновременно все мышцы, которые помогают натужиться женщине, равноценно хорошему запору. Вот. Но для того, чтобы ребенок родился без травмы того же шейного отдела позвоночника, нужно, чтобы родовые пути были прямые. Если у мамы таз тем или иным образом искажен до родов или в процессе беременности, то родовые пути претерпевают именно механические изменения. И поэтому тазовое дно, которое является воронкой, мышцы работают несинхронно, либо работают совсем неадекватно. И в итоге плоду достаточно трудно становится пройти спиральное, это спиральное движение, голова, когда выходит из родовых путей у мамы, она проходит спираль. Но эта спираль должна иметь четкую траекторию движения. Если она искажается, то возникает изменение механического прохождения головы ребенка через родовые пути. Отсюда очень часто возникают травмы шейного отдела позвоночника в процессе родов. Почему я напомнил про гинекологическое кресло? Потому что, находясь кверху ногами, тужится как следует весьма проблематично. И, к сожалению, не всегда мамы достаточно здоровы приходят в саму беременность. И иногда приходится какие-то ручные пособия оказывать в процессе родов. В том числе вакуумная, к примеру, экстракция. Или просто руками там голову подворачивают к одной ноге к маме, там, к другой. То есть происходит какая-то активная тракция, то есть извлекание ребенка из утробы. Это, к сожалению, для ребенка весьма может оказаться неприятным. И поэтому гинеколог – это тот человек, который первый должен направить маму беременную или перед предполагаемой беременностью к врачу-остеопату. Почему? Нужно сразу разграничить, кто такой врач-остеопат, что он делает и зачем он в этой природе существует. Есть понятие функциональное расстройство, то есть они обратимые. То есть при их возникновении, если убрать патологическое какое-то влияние или травмирующую силу, то ткани человека, обладая достаточным самокорректирующим способом, ткани человека имеют способность к самокоррекции. Если вы поцарапаетесь, к примеру, и не замазывая зеленкой, то царапина обычно проходит в течение нескольких дней. Если это воздействие повторяющееся, если воздействие превышает физиологические возможности человеческого организма, и у человека снижены тем или иным способом возможности к адаптации, есть такой термин, сейчас немножко расшифрую его, то возникает повреждение, и оно может носить уже органический характер, то есть который требует внешнего восстанавливающего воздействия. К примеру, если перелом, то там не надо гладить, не надо боржоми давать, нужно накладывать либо внешние конструкции, либо лангета, либо гипс, то есть нужно фиксировать для того, чтобы ткани зажили. Но так же как хорошо, как до перелома уже не становится. То есть это уже остается повреждение в ткани. Так вот, самое эффективное воздействие остеопатия оказывает именно при функциональных расстройствах. Так вот, ткани человека обладают подвижностью. Вот я сейчас про остеопатию рассказываю, какая она есть на самом деле. Человеческий организм двигается всю жизнь. То есть от момента зачатия
тело начинает двигаться. То есть оно изначально, первоначально многократно делится. Помимо того, что происходит максимальное отделение клеток, то есть это, эти клетки являются полипатентными, они постоянно делятся, делятся, делятся. Это называется эмбриология. То есть человек пока находится в утробе матери, он развивается. Поэтому остеопатия начинается с эмбриологии. Это очень важно, потому что на каждом сроке развития ребенка в утробе матери есть так называемые периоды очень важные. Вот. И в это время ребенок разворачивается. То есть, если посмотреть эмбрионы, к примеру, на ранних сроках, то видно, что он малюсенький, потом больше, больше, больше. И он обладает определенным таким зигзагом, ну, как запятая выглядит. Но постепенно эта запятая разворачивается, увеличивается. То есть, движение в тканях присутствует всегда. Остеопаты это движение руками ощущают. И это, опять же, не метафизика, это вполне конкретные материальные предметы, которые можно ощутить. Зная, каким образом ткани должны двигаться, то есть для того, чтобы понять, что такое патология, что такое норма, нужно знать, как норма выглядит. В медицинских институтах обучают, как найти патологию. Остеопатия – это как пение и сопение. Звучит очень похоже, смыслы очень принципиально отличаются. В остеопатии обучают, как найти норму в тканях человека. Это всегда движение. Здоровье – это движение. И чем более правильное движение для данного конкретного человека, мы все отличаемся друг от друга не только цветом кожи, но и движениями, тем более быстро остеопат сможет помочь. Поэтому остеопат ищет в тканях движение и старается его восстановить. И поэтому, когда он находит это движение и синхронизирует различные отделы тела между собой, то есть в одной части тела движение было, в другой оно изменено, то возникает то самое синхронизация этих двух процессов, и ткани выравнивают себя сами. То, что я сказал, как заживает царапина. И поэтому остеопатия основана на тактильных ощущениях врача-остеопата, на синхронизации процессов, которые доктор должен знать, как они выглядят именно анатомически. И это все связано с эмбриональным развитием человека, последующими его травмами, приобретенными какими-то изменениями. И, повторюсь, остеопатия наиболее эффективна при функциональных расстройствах. Похоже, ни один, ни два разговора нам еще на эту тему будет провести. Это очень большая тема, она очень интересная. Да. Михаил Сватковский был у нас в гостях, главный врач Центра здоровых ног Гермес. Это была программа «Слушайте доктора». «Слушайте доктора».